Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Здравствуйте. Привет, привет. Всех приветствую. Жирный это потому, что Артём приехал. Глаза слезятся. Насколько я наелся уже. Вот. Спит на матрасе, братишка. Я здесь. Ничего не меняется со времен Мецоло, только теперь просто я сплю на кровати. Я на самом деле пизжу, я сплю на этом матрасе. Короче, ребят, что, вышел у нас этот клип. Наш клип на очень ярких парнишек. Слава Гнойный, если знаете такого, вы точно, наверное, знаете его, если подписаны на меня. Если что, вот у нас ссылочка. Йо, заявка на сайт с молдаванами. Радовать, ёбаный нуб. Очень веселый видосик, ребята. Каждый видос. Конечно, ребят, очень не буду делать спойлеры насчет видео, просто заходите. Заходите в нашу группу ВКонтакте, мы разыгрываем петуха. Я не про GoKill, не про Славу КПСС. Так что, если хотите выиграть петуха живого, то есть вы можете ему дать имя, когда он придет к вам почтой. Может быть, он сам к вам придет, хуй знает. Может быть, мы даже посылать его не будем. Так что, ребят, все, что нужно сделать, зайти в группу ВКонтакте, просто поставить лайк и сделать репост на свою страницу, в принципе, вот и все. Вот. Что я хочу сказать? Ребят, мы готовимся. А, нет, надо. Я потом другой думаю. Мы, значит... Да давай общий. Чего, сейчас позвонку. Сейчас ко мне в эфир залетит один молдавский паренек, который сейчас живет у меня дома. В Санкт-Петербурге. Ребят, готовимся к батлу 13 числа. Приходите, кому не лень, у кого есть билет, у кого есть деньги на билет, у кого есть время свободное. Вот, будем выступать против каких-то, блядь, двух типов. Вы их не знаете, мы тоже их узнали только недавно. Йоу, здорово! Чувак, как дела? Нормально, ты как? Да вот, я в Питер приехал. А ты у кого остался? А так я у Мецоло. Мецоло? Да, Мецоль. На том же матрасе? Стой, подожди, там раймер записывает. Чё говоришь? Сейчас то самое. Давай, закрывай. Интерактив это называется. Очень интерактивно, ребята. Общаться. Бля, Катюха пришла. Сейчас будем, чувак, пизды получать. Ты посуду помыл. Короче, ребят, 13 числа будем качать. Будем качать, пока Артём встречает соседку мою по комнате. О, Ром, привет. Еще ты что, дома, что ли? Привет, Катюх, да, я тут. Посуду помыл? Артём должен был помыть. Что? Блин, вы что, гоните, что ли? Я вас сейчас поубиваю. Нет, стой, Катюха, давай ты попробуй загнить на кухню. Вот подожди минут 10, и потом зайдёшь. Короче, очень весело, ребят. Реально очень весело. Мы
уже успели два раза ее помыть и не помыть. А у нас есть пицца еще, кстати. Короче, Артем. Да, ты чувак. Ты как, 13-го выступаете, да, тоже? Да, да, это самое. Play Black Love пошел нахуй. Это самое. Да, выступаем, приходите. Дать проход у тебя? Слушай, да не, я вписан, я тоже участник. А ты в какой? Ты сычуанский соус, да? Да, да, ты в этот в соус, который муждей бойс. Пишешь меня, пишешь, пожалуйста. Да, если посуду помоешь. Я посуду помою, это ты посуду помоешь. Так что все, ребят, смотрите, Гокила гей, пишут. Нет, Гокила нормальный пацан. Короче, ребят, все Ладно, малый, давай без этих штук. Каких? Так ты мне проходку дашь. Проход. Делайте репост. Тём, привет. О, Катюха, а ты... О, Катюха, да я тут просто привет. Дверь открыла, в комнату зашла, а тут он. А тут я. А я посуду мою. Что, видела наш клип сегодня выставили? Нет. Клёвый. Ребят, количество петухов ограничено. Местов? Заходите. Молдаван. Количество местов. Количество петухов, говорю, ограничено. А, петухов, это да. Короче, ребят, что я хочу сказать. Приходите 13-го, мы будем качать пиздец. Рома гей. Да, мне тоже Раймер не очень нравится. Всегда, блядь, пристает ко мне. Два типа будем их батлить. Нихуя про них не знаем. Никнейм второго вообще непонятен, блядь. Так и не помним. В смысле, так и не узнали его никнейм. Потому что они записали же как два типа. Одного типа зовут Рифмобес. Подписывайтесь на него в Одноклассниках. Скоро я скину его гей-профиль на одном сайте знакомств. Он меня покинул, мой молдавский братишка. Вот. Так что текст не забудь. Чувак, я не писал текст. Ты не забудешь текст, если ты его даже не написал. Так что нахуй писать эти текста, я это уже понял, как бы. Пишешь текст для того, чтобы его потом забивать. Ну, типа, ой, блядь, забивать, забывать. Так что нахуй эти текста. Лучше просто его не писать. Тогда ты его и не забудешь. OG. Go, групповуха. Катюха не батловый эмси, не надо такое писать про Катю. Катя очень приличная девочка. Вот, в этот раз мы выступим просто бомбово, просто будет ад, ад. На прошлом ивенте очень круто выступили Укила с ЖКЖу. ЖКЖу даже не подвел, он даже раскачал. И очень пиздато выступил Исла и его братишка Твердый Знак. Классно. У него прям подача такая, прям очень высокий голос у этого Твердого Знака. И, короче, прям нормально. Кто еще пиздато выступил? Мэтсол с Ромой охуенно выступили. Вот. Будет небольшой интерактивчик с ними. Прямо на сцене. Где буду задействован я. Так что там ребята пусть не обижаются. Не знаю, что я это делал не со зла. Вот. Классно выступили «Не считай собаки». Классные ребята. Вот. И в жизни, и на сцене. Мэнерикс тоже пиздато выступили. Так что на этот ивент, я думаю, что очень круто выступит эти Чайнатаун. Там есть вот этот молодой казах и вот его братишка, который, блядь, ну вообще охуенно читает. Видел его один батл. Стэн Синау вроде. Я, короче, поменял пароль, который я точно не забуду. Не скажу. Я рассказываю про рвать на битах, как это было и вообще, как это охуенно. Вот. Так что, блядь, ребят, то, что будет на видео, я не знаю, наверное, весь вайб вот этот вот, он пропадет, скорее всего. Но вот на самой встрече лайвом это было вообще пиздец просто. Это было охуенно, просто классно. Я этого не был, те лохи. Да, он не был очень многим.
Я бы тебе попку помыл. Спасибо, чувак. Артёму подрочишь? Да. Пиздец, чувак. ПЭС! Что ПЭС? Это написал ПЭС. ПЭС. Вайпц, вайпц, вайпц. Так что, ребят, жду вас на встрече на Рвать на битах. Это было очень пиздато. И будет очень пиздато. 13 числа. Покупайте билеты. Если вы придете с промокодом гнойный петух, то вам сделают скидку, ну, от меня, как бы, 20% на билет. За подробностями этому к Дэну, к Чейне. Пишите ему в личку. Вот сразу говорите, я хочу купить билет, промокод гнойный петух. И вам сразу дадут проходочку, ну, 20% скидка. Вот. Как относишься к вайпцу? Пиздатый вообще батл-рэпер. Очень красивый, да. Ну, истории в Инстаграме у него еще очень странные. Он очень добрый в Инстаграме иногда, знаешь, это природа, там, футбол, зелень. Ну, вообще очень классный парень. Вообще все батл-рэперы топовые. Они очень добрые люди. Например, Шум. Да-да-да. Очень добрый парень. Рома Раймер хуйня. О! Смотри, кто появился. Гнойный появился у меня на трансляции. Да. Короче, вы этот промокод с гнойный петух я отменяю. Это шутка была. Извини, пожалуйста, Слава, я пошутил. Я думал, ты не смотришь мои... Я думал, ты не смотришь мои прямые эфиры. Тут же вообще нету людей. Зачем ты... Пост сделал, он обещал. Слава, мы выставили клип. Выдай нам вайпс. Я поджигаю Джо, я сам могу шатать этих 16 четырей. Вот. Очень классный диз, Слава. Я даже поставил лайк. Кстати, наш диз зацени, пожалуйста, и сделай этот... сделай репост, если хочешь получить этого... Петуха, да. И вот. Вот. Теперь новый промокод на встречу Рвать на битах 13 числа. Гнойный не петух, а нормальный пацан. Вот. Пишем Чейне, говорим, гнойный не петух, нормальный пацан. И скидка 30%. Говорите от меня. Вот. Я видел хуйня. Пиздец. Это было обидно, на самом деле. Мы как бы просто сами это все снимали. И это, если честно, очень неприятно с твоей стороны. Просто мне твой дис очень понравился. Хотя это тоже хуйня. Но мне он реально зашел. Спасибо большое тебе, Станислав Карелий. Я. Вот. Так что... Новый промокод. Я очень быстро переобуваюсь. Новый промокод для того, чтобы получить 50% скидку на встречу 13 числа на ивент «Рвать на битах». Клип Славы КПСС хуйня. Адис от Муждеев нормальный. Все, вот запомните эту фразу. Можете сразу писать Чейни. 50% скидка на саму эту... На все батлы, да. И если ты хочешь ну, то есть прийти на сцену и почилить вместе с нами, встать сзади нас, покажи очко. Катюха. И тут обижают нас в комментариях. Катюха, как тебе дети? Покажи очко. Ну, так, блядь, сколько тебе лет, Слава? В конце концов-то. Покажи. Блинки. Бля, знаешь, вот что он присоединялся, что он не присоединялся. Тут как бы все пишут такую хуйню. Эй, Реймин гей. Нормально, чувак. Натравлю на тебя диктатор, он тебе пиздов даст. Думаешь, это шутки? Это не шутки. У меня с диктатором как бы нормальные связи. Мы как бы можем позадевать друг друга. Позадевать друг друга, но мы уважаем друг друга. Ну или хотя бы я его.
Вот, так что, если вы хотите увидеть совместный клип со Славой КПСС, точнее, Сайфер, Сайфер со Славой КПСС, то напишите его менеджеру за Маю. Вот, что хотите увидеть пару куплетов от Молдаван. И мы сделаем круто. Мы сделаем охуенно. Да, торгей, ебать масло. Бля, чуваки. У нас фауна. Не, на самом деле, чувак, вот это хуйня. По слухам, то, что вы живете. Так что я вам не советую сразу, ну, типа... Я видел, как ебашится диктатор. Я знаю, на что он способен. То, что вы там со спины нападаете на него, как бы не считается. Поняли все, да? Диктатура топ. Диктатор охуенный парень. Он в метро ездит. Ну, реально, то есть он не охуел, как бы, а реально в метро спускается иногда. Можно не доплачивать себе. Бля, ты какой-то странный. Я не понимаю, что он от меня хочет. Тут нормальные комментарии пишут, там вот ноунейм лох, Реймин гей, плейблэк пидора, ну, блядь, а ты пишешь какую-то хуйню, типа, может, типа, не доплачивать тебе, что за хуйня? Нормальные комментарии пиши, типа, там, эй, Реймин гей, там, или муждей, долбоёбы, или, там, расскажи анекдот про двух геев. Вот. Так что... Я думаю, что вам нужно сейчас просто зайти на наш канал и заценить и поставить лайк на наш новый клип. Марин написала, что это очень круто. Вот, так что смотрите, ребят. Вот это видео нам присылал сам Гнойный. Вот это видео. Заявка на сайт с молдаванами. Это он мне прислал. Если моя последняя фотка наберет 31 тысячу лайков, я вам скину фейк-аккаунт Славы КПСС. И вы сможете добавлять его там ВКонтакте, чтобы он создал себе третий фейк-аккаунт. Чтобы он смог со всеми нормально общаться. Вот. Нам присылал это видео Слава КПСС очень давно. Но мы проигнорировали его, потому что нам не интересно сотрудничество. Вот, он предлагал нам написать пару куплетов на Cypher. Вот. Ну, мы сказали no thanks. Мы сказали no thanks. No man, thanks. Пиздёж, фотошоп, это не я. Слава, если ты будешь врать, я как бы скину твой этот профайл ребятам как бы на растерзание. Не за 31 тысячу лайков, а как бы за донат в 200 рублей. Понял, да? И только, ребят, есть. Кто умеет делать эти, типа, настраивать стримы? Покажите нам, пожалуйста. Мы хотим заработать на этот, на клип. У нас нет денег на клип. Мы сами как бы снимаем. Ну, в смысле, нам помогают снимать. Сегодня я смонтировал этот клип. Вот. И нам нужен нормальный чувак, который умеет снимать и монтировать. Вот. Хочу флипать, как Реймин. Чувак, это не так делать. Смотри, купаются два гея в бассейне. Один другому говорит. Ты что, пёрнул? Другой всплывает и говорит, нет, пёрнул, я гей. Вот. Дебилы, блядь. Я же помню, как этот анекдот. Вот, смотрите, еще раз. Купаются два гея в бассейне. Один другого спрашивает, ты что, пёрнул? Другой отвечает, нет, бассейн. Так, да, нет? Нет, пёрнул. Как? Нет? Купаются два гея в бассейне. Два гея в бассейне, да. Тут всплывает хуй. Всплывает хуй. И один второму говорит, ты что, пёрнул? А другой говорит, нет, бассейн. Нет, пёрнул. А, нет, вот. Вот он правильно сказал. Купается как-то... Вот, я помню... Тебе привет от Малин. Я тоже передаю привет. Купаются как-то два гея в бассейне. Друг и его хуй. Всплывает, значит, вода. И один другого спрашивает, это что, бассейн? А тот говорит, нет, хуй. Ну, то есть, блядь, легкий анекдот. Я просто, ну, это по очередности фраз не могу запомнить. Нет, чувак, это в другом был. Нет, пернул. Нет, пернул. Хуй. Да, купается как-то два бассейна, всплывает гей. Один бассейн спрашивает другого, ты что, пернул?
Тот говорит, нет, хуй. Как бы можно придумать очень много вариаций этого анекдота, так что все нормально. Короче, все. Ребят, так, купаются как-то два гея в бассейне. Плитс Блэк и Рецмин. Уточняй хоть. Чувак. Дурак. Где тут не место. Вот. Гнойный сосать. Нет, гнойный КПСС. Слава КПСС, точнее. КПСС пердит хуями. Нет, я считаю, что он адекватный парень. Он не купается в бассейне. Купается. Ты не Гарри Поттер, но у тебя моя молния на лбу. Я понял, чувак. Это потому, что ты высокий. Я тебя понял. Да, он же это имел в виду. Ладно, я понял, что ты имел в виду. Просто это не очень, потому что у меня тут как бы целевая аудитория до 16, поэтому твои шутки про ширинку и лоб — это не очень. Кстати, у меня есть вот такая вот молния тут. Я когда был маленький, ударился, ну, плохо ходил. Вот. И как-то у нас ремонт был, и я ударился об белый такой котелец. И разъебал себе ебало. И теперь у меня вот здесь вот молния. Давайте пошутите про молнию, да. Про молнию. На рту. У рта. Все, ребят, всем спасибо за то, что вы купается диктатор, а ты живешь по слухам. Мне 26. Соболезный парень. Ты ближе всех к смерти. Вот. Все, всем пока. Всем удачи. Ремонт и дело. Сука, дурак, что ли? Я маленький был, говорю же, плохо ходил. И ударился. Ну давай не делают ремонт. Это, блядь, это стереотип. Это, ну да, никогда не умели делать ремонт. Не уходи, педер. Ты всегда знаешь, где ты можешь меня найти. КПСС Бегемот Офишал. Все, ребят, целую вас в десна. Лапаю вас за бицепс. Человек, который мне подарит гараж 13 числа. Одну бутылку гаража 13 числа на Рвать на битах. Я проведу его на сцену. И вместе пофлексим под то, как читают два типа. Все, ребятки, всем удачки, всем всего самого, всего. Дизвилс на минималках. Не понимаю тебя, я просто не понимаю тебя. Не понимаю тебя, не хочу тебя понимать, не понимаю тебя. Все, ребят, всем удачки. Я уже прощаюсь, наверное, раз пятый. Все, я нажимаю кнопочку «Завершить». И предлагаю вам перейти по ссылке, которую я сейчас вставлю в профиль Инстаграма, и посмотреть тот самый клип, оставить лайк, оставить комментарий, желательно положительный. Но если нет, то можно и отрицательный, как бы. Это зависит от вашего отношения к Славе. Вот. Всем спасибо, всем пока, целую, уважаю. Завершить.